Добрый день. Сегодня у нас 8 мая 2022 года. С вами Руслан Терехов. На маленьком огородике Елены Тереховой в теплице. И пришел тот момент, что мы сажаем наши помидоры. Вот покажи нам весь панорамный вид. Мы провели подготовительную работу. И у нас вышло 187 мест для посадки. Мы сделали 187 вот таких вот пластиковых защит от медведки, как на предыдущем видео было, да. Подготовили все опоры, чуть-чуть я програбил, в общем, землю. Сейчас предстоит огромная работа с посадкой. Ну, в общем, сегодня хотя бы часть начнем. Ну, в общем, берем. Так, у нас с этой стороны опоры буду копать. Так, стаканчик выдвигаю. Вначале выкапываю небольшую ямку. Сухой. Так, подкопал. Потом, значит, вставляю туда этот наш цилиндр. Примерно вот так, да? Слегка подсыпаю земельки. Это для чего нужно? Цилиндр. Цилиндр это от медведки, я же говорил. Угу. Вот, слегка подсыпаю. Так, палочку это все в ведро. Вытряхиваю потом само растение со стаканчика. Вот. Чуть-чуть наливаю водички. И опускаем его сюда. Вот, после того, когда опустил, рукой досыпаю еще грунт. Еще медведка должна не пройти. Да, вот это вот подсыпал. Потом с кармана беру целлофановый пакетик, нарезанный ножницами. И дальше все очень просто. Заводим за опору. Ну, говорю, зря Настя это тут расставила. Заводим за опору. Вот так вот это дело. На восьмерочку подцепил. Потом пополам разорвал. И вот это наше растение к опоре. Подвязываем сразу. Они чуть уши опустили, но ничего, они водички напьются, они отойдут. Вот, и подвязываем. Когда растение будет, ну, выше расти, мы будем дальше опять еще подвязывать. Вплоть до верха. Так, палочку вот эту вот вынул. Растение отодвигаем. Откапываем нужную нам лунку. Медведка есть, потому что когда выкапывал редис, ну, не знаю, на урок 10 попадалось, короче, медведка тут сидит. Поэтому ставим вот эти вот защитные армированные сетки, чтобы был уровень примерно повыше. Добавляю чуть грунта. Добавил, да? Потом, значит, вытряхиваем со стаканчика наш помидор. Стаканчик туда. Обязательно наливаешь воды. Это мы так с мамой делали. Наливаешь воду. И ставим растение. И подсыпаем. Ой, щелк остался. И подсыпаем землю. Подсыпаем. Лезем в карман за подвязкой. Берем подвязочку. Так. Берем подвязочку. Заводим ее за опору. Просто на восьмерку стягиваем. Вот она. Стянулась. Разрываем обычные пакетики. Если делать подвязку тряпкой или какой-то такой другой штукенцией, на ней развивается грибок, фитофтора, гниль и, короче, помидоры погибают. Мама несколько лет к этому делу шла. И лучше все использовать целлофан. Так. Настя на банановую шкурку. Так, следующую делаем ямку. Вот эту, наверное, посадим. И на этом с помидором видео закончим. Капываю ямку. Ставим защитный цилиндр от медведки. Она, видите, и сверху посними, да? Как бы не дойдет по уровню. И снизу. В принципе, не должна пробраться. Потому что если 1-2 съест, то это
Ладно, а так бы она сожрала вообще все. Так, ну вот этот возьмем. Палочку в проход. Вытряхиваем. Наливаем обязательно воду. Побольше в лунку. Так. Ставим растение. Подсыпаем грунт. Подсыпаем еще. Еще. Так, берем завязку. Завязку. Заводим за опору. Просто, в общем, потянули. Это порвали. И сюда. Лучше подвязать, потому что они будут пока слабые болтаться. Вот, можешь подымать на лифтфон. Что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. В общем, сажаем помидоры. Стараемся. Всем спасибо за просмотр.